ирония судьбы или как в обычном пакете из Китая пришел ножик для распаковки пакетов из Китая. Погнали распечатывать. Очередной китайский гаджет. И по иронии судьбы это ножик для распаковки мелких пакетов от суббренда компании Xiaomi. Хоу какой-то. В общем, как-то так. Приходит в таком блистере. На блистере наклейка о том, что очень острый. Ну и, соответственно, открываем его. Здесь такой стропорез для распаковки пакетиков. Ну и, соответственно, для заточки карандашей и для лезвия для овощей каких-то ребенок может сам взять, порезать. Ну что ж, попробуем. Посмотрим, насколько он острый. Да, он действительно острый. Острый, хороший ножик. Но он все-таки колошматит бумагу по краю. И можно будет его на коже поправить чуть-чуть. А так в целом нормально, достойная вещь. Единственное, что хотелось бы, чтобы здесь было еще кольцо. Да, в посылочке вот такой вот ножичек был. Класс. Его можно маленький повесить на ключи. На ключи? Да. Он будет у нас рядом с малепусеньким фонариком висеть. Или с картой тройка. Давай. По длине он как обычный ключ. Класс. А можно мне фонариком поиграть? Давай мы сначала закончим наш обзор. Все ссылочки на него будут в описании. Шел в районе 3 недель. Ставим лайки. И подписываемся на канал. Всем пока. Всем пока-пока. Всем, кому было интересно данное видео, всем, кто хочет оценить его, поставьте лайк либо дизлайк. Ну и, соответственно, подпишитесь на канал. Всем пока.